Нет, куда идешь? Иди сюда. Эй, ты уебок, блядь. Эй, вот. Голова. Сейчас Коля надышит. Короче, видеокамера снимает, слышь, Тайга Спейс. Короче, Принтед Фарм у нас тут все зажигись, вообще нормально, Вася. Хай, гансам, блядь. Эй, слышь, следи тут это. Ни хрена не получается. Ну? Я запарился им дышать уже. А это же... Да не вредно, но ты же не каждый день это делаешь, не каждый час. Это праздник. Ну, праздник, да. Город с шариками дышать, сам этого. Шариками дышать. Да, и шар уменьшился. Привет, как дела? Очень смешно. Очень смешно, голос быстро заканчивается. Короче, берешь его вот так вот. Да дай мне уже подышать, потому что я брутальный. Ля-ля-ля-ля, короче, завалили мусоров. Леня! Нихуя не получится. Ну не получится. Давай. Вдыхай. Коля. О, нормально, да. Привет. Ты должен вдыхать. Я вдыхаю как могу. Не. Все уже сейчас. Где дырочка? Да ладно. Найдешь. Где дырочка? Где дырочка? Уродкина? Кто так? Молчи. Что за фамилия? Молчи, блин. А, нога. Ну, блин, чё? Давай. Потерял отверстие. Я потерял отверстие. Это нормальный мой голос. Ты будешь? Давай поугараем, видос, давай. Еще уговариваю. Не раскусывай только. Я накурю. Да, его не помню. Коля уже подсел, просто наркоман. Он мастер-пис, я. Ладно, смотри. Да тихо, я боюсь. Смотри, короче, тут пацаны наш с район, с подвала, короче, колен вообще хер знает, откуда пришли, что тут делают, вообще штатив забрал, да? Все, смелая. Че, давай? Пойдем по тайге поугараем. Дай еще. Дай подышать-то. Короче, смотри, обхватываешь его губами, блин, вот зажимаешь просто, чтобы... Соображу. В легкие дотягиваешь. Коля, гель! Соображай, пока соображалка работает, давай! А ничего не получится. Подержи камеру. Кать, будешь шариком дышать, не больше пойдем. Нечем. Не могу. Давай быстрее! Я тебя не пущу! КП! Давай, конечно. Давай, держи. Камеру держи. Ты же притворяешься. Чуть-чуть. Тони Хоук. Давай. Тони Хоук про скейтер. Ну совсем на пару тембров так снижается. У меня ты не на пару. Ну ты-то сколько задыхаешь туда, полсиськи. Давай, кикфлип. Кикфлип? Сделай, блядь, на. Да Коль, ты уже вообще наркоман, реально, у тебя уже зависимость. Геливый наркоман. Тихо, не проеби шар. Санта хуйня вообще, короче, сейчас полетишь как шарик отсюда. Как? Ты, бля, сначала еще ничего сказать, а потом уже дай отдыхай. Дай дыхнуть. Слышь, вон. Давай, у нас своя атмосфера, Коль. Надо обратный газ, тяжелый, короче. Обратный газ тяжелый, а не обратный легкий. Давай, Димулин. Находись быстрее. Вдыхай. Сливочка, я не хочу. Там ганжа. У нас своя атмосфера. Коровы. Как в школе, в коридоре, на уроке. Хуже, ёпта. Я чуть наигрался. Мне надо уединиться с этим шаром.
Фу, ёпта. Чё-то они вообще... Не прикололись. Да. Меня зовут Сява, я ебашу ебало, я убью нахуй любого, сука, хитрого кидалу. Чё? На районе полстакана. АК-47, о, Маркус, здоровый, ёпи. Блин, они, короче, дышат гелем. Мы надышали, что? Давай, давай, давай. Надо это... Выдохнуть для начала. Ну что, Толя? Нет. Сейчас тебе надо. Нет. Сейчас, тварик, я тебе приду и надеру задницу. Нет, что-то не очень... Не очень вставляй. Ну ладно. Толян, ты принёс? Привет, привет, проходите, пацаны. У нас своя атмосфера. Атмосферный парень. Надо ещё кого-нибудь найти. Да я еще попробую, я хочу нормально летел. Давай, давай, пробуй нормально, опа, 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 опа. О, Вадим пришел на голос выше. Надо завязывать. Есть коронная фраза, да. Какая? Еще. Еще гелия. Еще гелия. Можно не разорвало легкие. Главное не поджигать. Да ладно, он горит. Не горит. Гелия не горит. Кулагин зато горит. Сейчас водород. Голос все выше и выше, да? С каждым хе-хе. Ты в затяг давай. Точнее, ниже точно. Давай, пизди. Да хуйня какая-то. Да нормально было. Подожди, надо на выдохе вдыхать. Да не получается. Да у тебя дыхалка прокуренная, не то, что у нас... Тихо только, про наркоту потише. Кулагин появился. Так он не ответит. А что за весь разум-то? Че? Там сбоку. Да его не развязать. Там дырочка. Дырочка сбоку. Действовать. У меня не получилось сейчас. Тогда, может быть, не делать, а может делать просто... Где ключи? Где ключи? Будешь дышать? Ой, блин, я дышать-то уже лень. Все, сейчас, до свидания. Пока. Давай. Куда? Все? Смотри, что делает, а? Прям присосался. Эй, тихо! Че там, Толик? Дайте поугарать-то. Присосались, блядь, к сиське. Эй, снимай давай. Дай еще. Я почти под... Кай, ты че, не хочешь шарика донуть? Нет, че, слово сейчас. Ой, да. Так, похож на твой голос. Слишком на тебя похоже. Кулагин идет. Может, оставим Кулагина, поугараем? Да нет, надо потом идти, мосты уже сразу, уже час будет. Дайте я пососу. Смотри, вот дырочка, ты ее вот так. Да я уже разобрался, просто у меня комплексы, блядь, не позволяют высоким голосом говорить. Видишь, как тяжело жить. Да это не поможет. Жаль. Толян, ты принес? Держи. Микрофон сверху. Короче, просто найди, когда будет полностью зажатый губами шар, и втягивай в себя. Ты почувствуешь, как она будет это. Не. Ну, Кайт, ну чё, Дима никогда гелием просто не дышал. Врубаешься? Никогда не дышал гелием, врубаешься? Еще тяни, мало. Я когда тогда затянул, вообще мы тут чуть не упали все. Да у меня слюна выделяется, просто еще, мешает. Еще на. Еще, да ладно. Ну, получается. Получается, молодец. Дим, ты просто пойми, что... Так, ты помолчи. Пока. Человек стесняется. Еще. И сразу все приходят.
Ну давай, давай. On the winter cold. Давай. Он так долгий, но это. Да долго. Не чистый гелий, это смесь с кислородом. Спокойно можно надышаться. Пока втягивается. Вы все художники? Да. Дима поэт. Я художник по дереву. Гениально. По траве попозже. По траве попозже? Да. После 2012-го. Но вы не ходите в пургу? Мы ее сами гоним. Нет ничего, кроме пива вот этого. Потому что мы любим пиво, художники по дереву, специфические люди. Специфическое пиво, да? Мне кажется, мы его весь дышим сейчас. Особенно Коля. Будет потом вертолет и вообще. Это спасаки, короче, мне, Зимина. Ну, что снимаешь, выключи аппарат. У нас в магазине потом... Все. Ты облажался, подпалыш. Да меня уж перекрывается-то, гелия. А можно я тоже понюхаю? Что ты делаешь? Понюхать, нюхать, это бесполезно, надо вдыхать. Отдыхать. Ну, дай пиво попить. Смотри, здесь есть дыра. А что надо сказать? Да что хочешь, говори, что в голову горит. Со свое самое заветное желание. В общем, ладно, секунду. Ты не боись, я... Подожди, где дыра? Ну, ты его почувствуешь. А, все. Надо? Я... Нет. Надо больше. Возьми, смотри, стой, стой. Надо это сфоткать, блин. Ой, не... Журналист, который... Мне кажется, говорить мне не получается. Такой взгляд, Дима. Идет там, нет? Я не знаю, да, вроде идет. Вроде бы идет. Я мой друг из Амстердама. Мой друг из Амстердама. О, понял, да? Я тоже. И дай. Легкие-то большие. Легкие там. А дыхаешь, дыхаешь, а все выдыхается. Если вот так делать, то, наверное, бесконечно можно говорить так. Не выпускать никак. Гелий-то вверх идет. Смотри, весь дышали уже, да? Как у меня ничего не идет, пацаны. Ничего, когда накроет. Когда накроет. Надо просто баллон такой. Пойдем во двор вообще. Бери, короче, технику. Ну чё, короче, чем занимаетесь? Дай потом я поиграю. Мне кажется, я уже надышался. Да. Давай. Где дырка-то? Там где-то. Была очень хорошая история. Да. Они свернели, горит. Дайте вообще. Блин, ну ладно. Три шарика, 180 рублей. Да ладно. За один день. Катя сказала, можно. В минуса ушли. Дима в плюс. Все это вот ваш принфарм не стоит вообще. Давайте не вести гель. Гели. У меня быстро прошло. Все, выключай свой аппарат. На кнопочку на красную нажми. Уже икон увидел.